Всем привет! Друзья, сегодня мы с вами будем готовить всеми любимую жареную картошку с мясом. И для этого нам понадобится картошка, мясо, соль, перец, зелень, лук и растительное масло. Наливаем на сковороду масло. Пока сковородка разогревается, мы с вами быстренько порежем мясо. Мясо может быть любое, какое вы любите. У нас это курица. Сковородка разогрелась, мясо начинает шкварчать. Мы его немножко обжарим и добавим лук. Пока мясо жарится, мы нашинкуем лук. Лук можете резать, как вам нравится. Я люблю полукольцами, но это не принципиально. Все делаем по вкусу. Мясо начало жариться, мы немножко уменьшим огонь. У меня было на 9, теперь я поставлю на 7. Перемешиваем. Курица обжаривается очень быстро. Мы сильно не будем зажаривать, потому что мы еще будем сюда добавлять картофель. Вот слегка чуть-чуть обжарили, теперь сразу добавляем лук. Нарезаем картофель. Картофель режем соломкой. И сразу это, в общем-то, выкладываем на сковородку. Картошку мы порезали, сложили сверху и даем немножечко поджариться нижнему слою. Мы можем проверять, так отодвигая, чуть-чуть посмотреть. Вот у нас там мяско уже поджаривается, тогда перемешиваем. Маленький нюанс, не нужно очень часто перемешивать, тогда картошка превращается в пюре. Нужно дать зажариться нижнему слою. Вот так мы хорошо перемешали. И теперь несколько, пару минут, может быть, там 2-3 минутки даем еще зажариться нижнему слою. И тогда наша картошечка получается красивая и вкусная. Наша картошечка жарится, теперь мы ее немножечко посолим по вкусу, как вы любите. Кто-то побольше, кто-то поменьше. Добавим черного перца. И хорошо перемешаем. Ну вот, она уже поджаривается. Смотрите, какая она получается красивая. Картошечка с мясом жарится. Перемешиваем еще разок. Запах обалденный. Очень вкусно пахнет. Мне кажется, запах жареной картошки любят все. Вот такая красота у нас получается. Мне кажется, можно немножко еще добавить масла. Ну вот, картошка почти готова. Еще один разок мы ее перемешиваем. За всю жарку у нас получилось, что мы помешали картошку всего 4 раза. Красивая. И ломтики остались целыми. Теперь уже наша картошка почти-почти готова. Мы выключаем плиту, накрываем картошку крышкой и даем ей настояться пару минут.
Ну вот, наша картошечка готова, она настоялась. Смотрите, какая она получилась, красивая, поджаристая. Теперь мы будем приглашать вас к столу. Ну вот, друзья, наша картошка готова. Теперь мы ее украсим зеленью, петрушечкой и зеленым луком. Вот такая красота получается. Все очень легко и просто. Спасибо, что были с нами. Подключайтесь на наш канал. Приятного всем аппетита и прошу к столу.